Все знают, что такое Google, правильно? Я думаю, что хорошо видно, да? Сайт Bloomberg. Мы знаем, что такое Bloomberg или нет? Но давайте все-таки покажем, что такое Bloomberg еще. На всякий случай, чтобы не было еще вопросов. Да, Bloomberg. Вот, увеличьте справа. Вот. Bloomberg – один из ведущих американских поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков. Теперь вернемся на предыдущую вкладку. Зайдем на сайт Bloomberg. Спустимся немножко вниз. Вот там есть веб-сайт снизу. Скопируем ссылочку в веб-сайт. И вставим ее в новое окошко. Во-первых, это первое, что можно найти в Гугле с первого запроса же. С абсолютно первого. Bloomberg – это самый передовой поставщик финансовой информации. Вернемся дальше на один слайд назад. Давайте дальше, там, где написано Deployable Data Solutions. До Bloomberg. Ниже, ниже, ниже. Вон GoTribe. Это тендерная площадка. Кто изучал компанию DDS, знает, что компания уже более 20 лет, и что компания занималась первоначально тендерами для военных, для разведки, для морских сил и тому подобных. И поэтому некоторые из тендеров, которые компания и выиграла, и сделала, можно найти на этом сайте. То есть это GoTribe, это сайт-обозреватель тендеров американских. Давайте я помогу найти здесь, покажу их. Вот, соответственно, федеральные контракты, морские пехотинцы, другие контракты. Можно в интернете найти очень много информации, нужно просто постараться. Если кто-то хочет найти, он найдет. Если кто-то хочет не найти, он не найдет. У нас с вами получилось делать это за 2 минуты. Спасибо.